вступление в борьбу. Думаю, что Мугулу следующий. Хотя там можно много кого поменять на самом деле. Ну, Будубуз хотя бы в отдельно взятом эпизоде может передачу выполнить какую-нибудь острую. Ну, что творит сейчас Пастор? Просто красавец. И мяч сохранил, и обыграл, и Ромарико, и Палмиери еще и передачу исполнил. По-моему, главой зарабатывает Париж. Пастор вообще игроком настроения оказался, и было заметно, что ему не хватает очень сильно доверия в прошлом сезоне. Да, забил фантастический гол Челси. Концовку сезона...